у бывшей супруги пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, 41-летней Екатерины Солоцинской, появился возлюбленный. Вообще-то, впервые он был представлен публике еще в конце нынешнего мая. Однако тогда журналисты еще ничего про него не знали. А теперь выяснилось, что молодого человека зовут Андрей Григорьев. Новый избранник моложе Екатерины на 11 лет. И он уже познакомился с ее детьми. Сама женщина в своем аккаунте в Instagram выложила уже не одну совместную фотографию с бойфрендом. И буквально недавно разместила следующий текст. «Не бойтесь менять свою жизнь, если она вас не устраивает. Все, что мы имеем сейчас, это результат принятых нами решений в прошлом. 40 лет жизнь только начинается. Я это теперь точно знаю».